Щи да каша – пища наша. А так ли полезны каши? Поговорим об этом. С утра. Желудок еще не проснулся. Обменные процессы заторможены. Что съесть? Конечно, кашу. Что такое каша? Это водный или молочный раствор какого-то углевода. Существуют целые страны, целые регионы, Юго-Восточная Азия, Индия, где культура питания, основной рацион питания состоит из каш. Мы живем с вами в северном климате. Холодно. Мне нужны большие калории, большие и долгие калории. Каша мне этого не даст. Быстрый углевод, который быстро сгорит и даст мне чувство сытости на 1,5–2 часа. Не обязательно начинать свой день с каши, но если вы чувствуете потребность, если вы хотите получить быструю пищу, которая закроет стенки вашего желудка, съешьте овсянку, приготовленную на воде. Полезны ли каши? Вопрос спорный. Полезны, наверное, если организм не принимает что-то другого. Полезны, если вам не предстоят большие тяжелые физические нагрузки. Но если мне предстоит целый рабочий день, я все-таки вместо каши предпочту что-то более серьезное и более калорийное. О производстве продуктов питания, об их составе, свойствах и качествах расскажет профессор Александр Ишевский. Свои вопросы задавайте ему на сайте tveda.ru. Ищите специальную рубрику программы «Что едим?», пишите, и вы обязательно получите ответ.